остатков подсолнечника, кукурузы, сои, которые очень агрессивны к шинам, покрышки даже пробивают. Поэтому используется вот такое приспособление. Эффективность его можно посмотреть на колесах сеялки. Вот колесо крайней сеялки, которое не защищено такими колесами прикатывающими. Можно увидеть, в каком оно состоянии. Полностью бито. А вот рядом колесо, которое идет за прикатывающим колесом. Мы видим, что оно очень эффективно защищено. Не только колеса трактора защищаются, а и колеса сеялки фактически. Что очень важно.